День воздушно-десантных войск сегодня празднуют по всей стране. В Тюмени числится более 10 тысяч мужчин, которые прошли службу именно в этом роде войск. В Совете ветеранов зарегистрированы более 400 человек. Утро началось с митингов, их было 4. Завершилась официальная часть в сквере десантников. Там возложили цветы к мемориалу погибшим воинам. Вспоминали службу товарищей, ну и, конечно, прыжки. Первый прыжок, он незначительный, и как бы ты ничего не понимаешь. А второй прыжок, ты уже более осознанно, ты уже знаешь, что, как и почему. Для меня это профессиональный праздник. Мне очень дала служба в воздушно-десантных войсках, и поэтому я с гордостью каждый 2 августа праздную.